Вятская история тальянки начинается с 1856 года, когда вятские гармоники начали изготавливать мастера вараксины. Они-то и модифицировали привычную русским гармошку в инструмент специально для исполнения татарских мелодий. Далее из Вятской губернии производство гармоник постепенно распространилось и в Казань, где братья Половниковы открыли гармонную мастерскую, работавшую впоследствии около полутора веков. И в селе Ишимово Октябрьского района Пермского края и сегодня можно найти уникальный экземпляр тальянки, произведенный как раз в Казани. Отремонтировали гармошку, хотела просто сохранить как ценность нашего рода. Вот мастер, который ремонтировал тальянку, говорит, берегите как зеницу ока, это раритетная гармошка. Почему раритетная? Оказывается, такие гармонии изготавливались именно вот в казанской фабрике. Ишимовская тальянка, удивительно сохранившаяся до наших дней, уникальна тем, что язычки, за счет которых идет извлечение звука, сделаны не просто из привычных нам металлов или стали, а еще старинные, медные, что придает особое уникальное звучание инструменту и выделяет его в массе остальных. Современным гармонистам, играющим в основном на тульской гармонии, не так-то просто переключиться на игру на тальянке. Ведь здесь, помимо меньшего количества кнопок, основным отличием является правый ряд, который представлен продольными клавишами, и само звукоизвлечение идет в другом порядке. В остальном тальянка по своему строению аналогична русской гармошке, о которой мы рассказывали в предыдущей серии нашего проекта. Такие гармонии фабрики производят, но их становится все меньше и меньше. В Казани производство длилось аж до 2000 года. К сожалению большому, в 2000 году фабрика перестала существовать. Но, как я знаю, когда вот ездили в Казань, тоже на разные фестивали, знакомимся там с такими же музыкантами, есть частные производители именно таких тальянок, казанских тальянок. Звучание тальянки мы обязательно услышим с вами и в рамках нашего большого концерта с гармонистами народного ансамбля татарской песни и танца «Ирень Танары» «Иреньские зори» из Ишимова. Уже в следующем выпуске нашего проекта «Музыка Прикамья».